саженцы вязов редеи, нужны вашему саду как первая скрипка в оркестре. Это высокое, до 9 метров, дерево. У него светло-зеленые листья, ветви направлены вверх, крона может достигнуть 5 метров в ширину. Совершенно неприхотливый крупномер вяза в редее растет на любых почвах и в любых условиях. Он прекрасно переносит засушливые периоды. Однако зимостойкость у дерева низкая, желательно его защищать. Дерево будет украшать собой любые садовые или парковые участки, отлично подходит и в композиции с разноцветными растениями. В композициях чаще используется как дерево на первый план. Вяз голландский в редее – это дерево высотой 3300-3500 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.